отличная погода, чтобы съездить на металлоприемку. Из интересного, значит, обогреватель на колесиках, мобильный. Что сдали, только непонятно. Сейчас зима будет, как раз, ребят, по-любому надо брать. Скворечник, ты ли это? Миньончик. Я в свое время очень долго искала трубу для дымохода печки, чтобы она подходила по диаметру. И вы только зацените, что здесь теперь есть. Вот так вот, трубы на любой вкус, какой нужно диаметр. И они теперь сортированы и лежат вот здесь вот отдельно за вот этими весами. Также сюда в уголок переехала немного профильных труб. Ну и, конечно же, труба под печку. Шикарно, ребята, скоро зима. Кому надо, вы гляньте, какая красота, а какая толщина. О, мой улов на сегодня. Несколько арматурин. Конечно, я хотела взять мальец потоньше, но потоньше нету, есть только вот такие, но как бы сойдет. Коротенькие три и несколько штук подлиннее. Вот такая вот сетка, можете угадать, для чего она мне нужна. И несколько кругляков. Ну, все-таки токарный-то теперь у меня есть.